Сотрудниками территориального отдела номер 25 в ходе инспектирования территории был выявлен временный объект на Каширском шоссе возле остановки в деревне Опаринки, переоборудованный под магазин. Мы будем разбираться в законности размещения этого объекта, так как на объекте нет никакой информации ни о эксплуатирующей организации, ни о владельце. То есть все эти вопросы надо будет уточнять, выяснять. И если будет установлено, что данный объект был размещен самовольно, то мы будем составлять протокол по статье закона Московской области 161 о госадминтехнадзоре по статье номер 28 самовольное размещение объектов, приспособленных для торговли. Но здесь мы видим, что даже вот работы по бетонированию площадки вот только-только проводятся. Она появилась здесь недавно. Владелец пока не установлен. Мы оставим соответствующее уведомление с тем, чтобы владелец или пользователь этого объекта явился к нам для разбирательства, для рассмотрения данного вопроса.